А если мы сейчас пулим босса, что, трэш с коридора придет, что ли? Вроде эту фигню фиксили. Так, блять, он хуй знает, где стоит. Может, мы босса просто пулим? Пошли трэш, побьем сначала. Стойте, паника приведет, не спускайте, встаньте все в звезду. Стойте поближе к звезде, чтоб ну, трэш не пошел на вас. Желательно катать его. Что мне на бойся в ДД? Там еще алоэ в танке. Давай я в ДД пойду, что-то пинг поднялся. У кого алоэ? Да. Ну и фигак пританчивается, если что-то стартует. И когда я ты что раздаешь? Раздавай каски, я кулаки им опять. А мы народ у нас в котике. Все, ты быстро лови. На первой вертушке мотоцикла. А у нас у кого-то сапфир есть в рейде вообще в кармане хотя бы? Да. Есть возможность надеть после босса? Казум, это ты, я точно знаю. А то я только сейчас понял, что у меня 10 стаков набралось и разрядилось. Нет, хотя нет, я напиздел.
Да и так-то. Это в боссе оставляю, да? Вот эту хуйту. Пошли дальше. Это, я бил отошел. Угу. Я просто эту утилию предупредил, а то хуй узнать, чем вернешься уже. Коника нахапала. Рэндж. Рэндж возьмите. Можешь пока заходить. Йотан и Долорес. Что? На вас чума. Но мне некуда бежать, я у стены стою. Красавчик резист. Поливан, отойди.
Еще. Это... Мелики, отойдите сразу, на всякий случай. Дохнуть вообще неохота. Какой там? Пока не видно. Че там, может быть, можем? Да, можно. Тоже нормальный, можно бить. Как ты спал? Да ладно, как ты? Что? Как смотришь, нормально это или нет? Ну, на нем, если баф появляется, такой кулак типа исступления, он нормальный, значит. Если он без бафа, ты не знаешь, не можешь знать. Он начинает, если кислотный гейзер, значит он тоже нормальный, это с паразитами. Если в паровой землетрясение, это хуёво. Но кулак обычно почти сразу появляется на них, ну, исступление. И значит его можно пить. Это ботаник, вон тут кто-то сырошишку с него обсасывает. А я инженер, ебать, на сапогах. В принципе, комнату зачистить, потому что было удобно так. Противоположной стороны.
Все, ребят, у кого возможность есть отступить байеру на этого босса? Сейчас буду агрить и в центр вести. Отойдите, все плюсы будет. Не лети, лети. Бейте все. Калат уловил, да? Угу. Это пока веду, понятно, какой босс мой. Нормально, когда ты там от тебя убегает. Я смотрю, кроме шторма никто не хилит, да? Он на единственный, по-моему, не садит. Может, у него просто реген маны слабый. Конника просто спек меняет перед каждым замесом. Пробеги просто, не агри, просто пробеги. Не бей. Они сейчас все сюда рванут. Можно было галочку, раз, вроде как, решать.
Потому что таких предложений до одного места. Они не могут этого сделать. Ставлю джирса возле звезды. Сядь ты тут. Джирс возле звезды. Хил есть, да? Саппорт не берем, есть еще. Йоту, поданчик там. Кто там взял, складывайте. Я тут, ну, да. Чего этот урон идет? Какой магии? В заметке журнала почекай, чтоб сопроты положили. Болеваны Некси. Положите обратно. Бульван, ты в Дисе? Потом два вернешь. Алоэ на жрице. Гастри на этом, на крестике, Кават, Трезубец и босс. Сядь в хила. Что вы меня так не любите, все время на боссе? Ты самый крутой. Это честь. А как это избавиться от нее? От крутости? Да. А ты хилов раскидал, или я после? Ой, я хочу пока пригас. Сядь ты тут. Ты спекнулся в хила. У тебя хил же есть? Блять. Почему я тогда в хила спекнулся? Кто где встанет в хила? На Кинаре хилишь Кавата, Шторм хилишь Эпигастри.
ты рейд хилишь. Что он хилит? Пегасы, фонари хилит. Цепуха волна. Алоэ хилишь, который танчит звездочку. На счет 3 пуля. 1, 2, 3. Сража к бою! Звезда. Звезда. Да. Oh,
Звезда. Кто хотел сказать от кого? Какой? Охотничий! Звезда. Ой, только, пожалуйста, поаккуратнее, босса, не пульте. Народ никого не фризит. У меня пинг в два раза выше, чем обычно.
А у меня днемочка, а блин, блин. Войд, потомка. Этот самый алоэ на 8. И 2. Йота не ремонт сделать, хорошо. Получается 3 танка. Фигаса, ты ж танчил тут трэш, да? Я до конца буду хилом. В зиске. Ну а ты как, лови первый и можно рыбку. Сейчас. Так. Везде стрелок это тоже, да? Чтобы бустануть, не заводя трэш, получится. Давай, бля, еще три раза. Да поглотит вас, пучина, вот! Thank you.
препятствует наш жену. Без 10 пошли на гидрос. Кирс, ты подрубился в Дискорд? Это лох, кто покупатель, блин. Суперстар вместо кого вредит? Кто на бэсе, кто на трэше. Алло, ты босса же танчил? Может, у тебя идет просадка по ФПС? Нет? Наверное, блядь. Я не ебу, из-за чего просадка идет. Может, у тебя процессор центральный захожен. Какая-то просадка ФПС идет. ЦП 40%, память 23, диск. Сзади большой идет. Он сюда не дойдет. Карточка 30%. Тот, который доходит, я успел его догнать. Этот алоэ тут?
атаки дроса, да? Вот, ты что, издеваешься? Паладины, ну, плеши, право-лево. Может, лучше пучковат атаки? Большая. Пусковат лучше танчит. Я тебя не спрашиваю. Я сорву целую. Почему не сорву? Потому что всегда срываю. Ты тактику знаешь на босса? Бьет он тут. Я? Вот если знаешь, лучше сорвешь.
Через 7 секунд каплю дам. Не переводи. Там у босса 3%. Что вы делаете? Глубинный камень Делорусу можешь скинуть. Это Байер Кирса. Сейчас голосование сделаем. Пойдем ли на вайш? Нажимаем да, кто хочет прийти на вайш. Любить ее быстренько. Ты можешь сегодня закрыть, чтобы потом сюда не пойти. Так, и Пегастри, по какой причине ты не хочешь пойти на вайш? Да, да давай, если дохуя народу не хочет, не пойдем просто. Хочет, чуть у каждого спрашивать, не что. Не хочет только Нелюкс и Пегастри и Йоту. Что у вас за причина? В смысле, Йоту не нажал? Кого? Нелюкс не хочет? Йотун, да, нажал. Эпигастрий. А, ну все, идем на вайш тогда. Где, куда я заблудился. Видите? Я не знаю, куда ты смотришь. Может, ты перепутал меня с кем-то? Нет, там, ну, типа, нет, нажал. А куда идти, блядь, куда мы идем? Где вайш находится? Вон трэш чистят уже, ебаный вагон. И все за тобой пошли, блядь. Я хуй пойми, я не туда пошел, что ли? Да. И нас за собой потянул, блядь. Ты Сусанин, короче, понял? Кто сколько трэша сагрил? Я не знаю, это все воет. Я ничего не агрю. Он чарджнулся в пачку, короче, и умер. Я вон в воде, блядь, бегаю. Нихуя, в натуре трэш откуда-то ебать. Ебать, это что, дайте диван, может? Тихо, не-не-не, не умирайте. Откуда это? Это чей пипец по-любому пробежал, короче. Давай. Жмем дамаж. Тебе Бог дал. Бля, поставь метку, кого бить просто. Пусть все бьют метку одну и все. Фул хп какой. Где больше всего огромно там? Того и бьем, давай. Ебать, воронка фарм, да? Минимальные потери в локе. Ну, после переделывания Т5 пачку просит.
зеленый. Надо было группу поставить. Короче, там было, походу, три пачки. Да. А я что-то не понимаю, вот это вот то, что забирает, типа, должно же писать, что кладет обратно, не? Или как, блядь? Да. Должно, да. А что, не положили, получается, обратно? Получается, что нет. Никакого уважения. Ваги потом скажете, там Бульван вроде как выпил, а Хекси там пускай сам разбирается. Че ты сам не скажешь, охуевший, блядь. Ваги говорит, скажите потом. Нет, я это офнес. Я имею в виду, если сегодня зайдет. А че Хекси? Хекси тоже выпил? Вот эту объяву он не давал никому, типа, с этого КД сопроты не пьем, только на Личе и Джайне. Он говорил, ну, коробку, может, не было, и в объявление кто-то, может, не смотрит даже. Это было объявление вообще? Смотрел утром. В объявлении этого нет, я это узнал только вот, когда пришел на совет. Я попросил сопрот, сказали, не надо. Только тогда я понял. Место, положенное нам по праву. Кто банк может поставить, поставьте, пожалуйста. Стоит там на лестнице, ставил только что. Вижу, вижу, все вижу. Решил протокол проверять. Вейт, можно подамажить? Так, йоту тут танка. Вот это плохая идея, что-то меня подлагивает. Надо научиться у вас так отмазываться. Там нет никаких вариантов ДД меня оставить. Блять. А у нас ловить некому длинных ДК один только ты. Танка, а, кидаешь шаковые и чередуешь их с таунтом. Блять, нормально метки поставил, ну-ка посмотрите-ка. Кто там, Кирс в рейд, да? Байеров нету тут. Суперстар на голову остался, это кирсовский. Чок на зум где? Казум написал ему на работу, по-моему, рано вставать, и он ушел, вроде бы. А чё у нас Лок? А, Локи вон есть. Ставьте шкаф пока.
сколько это получится? 1500, это 5 боссов. Или сколько их тут? 6, блядь. Давай это убьем, а потом снимем полностью за весь район. 2000. А Розария ушел когда? Кто помнит? Так, и Ваги еще не было, да? Кирс зайдет. Сейчас комп перезагружаем. Окинари в луне. Торт в звездочке. В кружке стоит Моса. В ромбике стоит Элбрил. В треугольнике стоит Шторм. По миликам. Так получается. Че, Коват в ДД, да? Будет. А я не знаю, там он Йотан лагает. Йотан лагает. О, встань. В смысле, ты оковы ты не покидаешь? Да, Йотан. Это просто говорю, на всякий случай я могу вылететь. Вылетишь, скажешь. Коват в ДД, а Пегас летанчит. Если будешь вылетать, то придется кому-то другому замедлять моба. Каким-нибудь там ледяным шоком, да, Искандер? А он работает на него? Конечно. Так может его тогда, блядь, вообще корнями друидом останавливать? Я не услышал, Окинари в звезде, да? В луне. Звезде, в луне, окей. Торт. Все, окей. Мосса, в ромбике Элбрил, в треугольнике Шторм. Значит, по миликам Коват звездочка, Намикадзе кружок, Телемор ромбик, Фикси треугольник, Ливан луна. И все, РДД по ситуации. На луков сейчас метки поставлю. Будем кидать эту парашу. Суперстар тактику знает или нет? Ну тут бух блядь сразу. Груп лут. Кажется, сам за себя вроде не поставит, да? Да. Все стоит уже. Поставил. Конечно, не смотрим. Ситуация вниз, только не спускайтесь. Пегас 3 на боссе. Да, Коват ДД. Кирса забафайте. Готов, Кирс? Торт повтори где, пожалуйста. Это Буливан, тебе истерию сразу? На счет три. Раз. Слава,
отойти. Да, высоких петухов. Зеленого очень быстро стратится, но если тебе максимально скорость. Где зеленый? Череп. Усы. Длинный вышел, с круга идет, с монетки. Не сейчас. Дали вагло. А чего же не стоит? Пиздоса сразу. Странник отхуяч. Типа такого не выдержал. В смысле, я его держал просто как бы. Еще один вышел на трусах. Звезда, помоги. А чё, же, наверное, не сможем бернуть, да? Бронику нет. Можно ловить. Большого, высокого. Это гадюка, вот он гадюка.
пока не могу. Сначала сейчас все разрулится, потом не подам под суд. Сейчас луковский дам. Каждого вайша одно и то же. Пять мод дали. Шапка на меня. Че, знаешь, на уф сейчас будем брать. На уф шапка. Вот так танка хуя отеет. Мосе отдаю. Вот это параша. Надо кому мейнов. Вот это параша. На кого это, блять? На инха. Все, эту всю парашу на распил кидают жену Эну. Только накину и дам 500 ТП. Что-то надо соображать с компом, не выебал эту хуйню. Так, даю 500. Все, все свободны. А можешь на рогу эти 500 перекинуть?